За первые полгода в нашей стране произошло около 5000 аварий с участием нетрезвых водителей. Результат печален. 1000 погибших, более 6000 пострадавших. Множество разбитых и покалеченных судеб. На уровне государства постоянно ведется работа с пьянством за рулем. Так, по последним данным, количество аварий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в этом году все же меньше, чем в прошлом. Сотрудники госавтоинспекции проводят регулярные рейды, ведут разъяснительную работу. Очередной был организован по всей Самарской губернии. В пятницу 31 июля личный состав Сергиевского ГИБДД провел развод, после чего максимальное количество сотрудников приняло участие в профилактическом мероприятии под названием «Контроль трезвости». Широкомасштабная разъяснительная беседа с водителями проводилась на 6-м километре автодороги Урал-Сергиевск-Челны-Вершины. Останавливался почти весь транспорт, направлявшийся как в одну, так и в другую сторону. Всего профилактический рейд продолжался более часа. В ходе мероприятия осуществлялась массовая проверка водителей на предмет выявления признаков опьянения. Также с хозяевами транспортных средств проводилась профилактическая беседа по тематике рейда. Сотрудники госавтоинспекции напомнили автолюбителям о том, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено лишение прав сроком на 2 года, а также штраф в размере 30 000 рублей. При повторном задержании нарушителю может грозить уголовная ответственность. По результатам рейда водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, выявлено не было. Зато 2 владельца авто были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей без детского удерживающего устройства. Подобные рейды сотрудники Сергиевской госавтоинспекции проводят на регулярной основе. В будущем работа в этом направлении будет продолжена. Дмитрий Сурков, Дарья Клюева, служба новостей телеканала «Радуга-3».